В Ахе задержан 42-летний местный житель, которого подозревают в расстреле стада оленей. Напомним, 24 февраля на севере Сахалина, в истоках реки Дуна, лесничие нашли останки 26 краснокнижных копытных. Среди убитых животных были 13 беременных самок. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». В составе следственных групп работают оперативники областных управлений полиции и ФСБ. Накануне правоохранители сообщили, что установили предполагаемых браконьеров. У жителей Углегорска и Ахи провели обыск. Изъяты более 10 снегоходов, предназначенных для перевозки грузов и имеющих высокую проходимость. Сани-волокуши, оружие и боеприпасы, предназначенные для охоты на диких животных, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. Кроме того, в гаражах, ангарах и контейнерах нашли холодильники, в которых находились мешки с мясом. Кроме оленины, там были медвежьи лапы. Для подозреваемого выбирают меру пресечения. Следователи продолжают искать его подельников.